Какая из них? Рассказывай, что здесь. Они что? Все разные. Смородина. Рядом два одинаковые. Вот смородина. Вот это и вот это одинаковое. Это... Так давай вишня. На меня давай. Вишня, смородина. Малина и брусника. Офигенно. Это что, это вишня, да? Попробуй, да. И малина. Ну, это так себе, вишня. Смородина сама офигенная. Так, Наташка, ты не пробуешь еще? Короче, топчик, это смородина. Наташа? Я тебе все подряд уже даю. Нет, все. Смородина. Я не ем это смородину. Ты? Где здесь малинка? Вот она. Паузу нажми, паузу. Она говорит, не ест смородину. Попробуй смородину. Да ты чё за зверь такой? Ты кто, Вася, вообще по жизни такой? Давай уже другую пробуй. Пробуй другую. Малинка? Малинку пробуй. Кроссан с малиной, да? Так. Да, вот оно уже. Давай, пробуй вишенку. А я люблю кисленькое мне зашло. Ой, зашло хорошо. Нет, все-таки малинка. Это терпко достаточно для меня. Ну, а мы малинка... определились, не подеремся. Брусничку. Брусничку? Да, я хлебну брусничку у тебя. Не мое. Короче, мы с Маринкой пьем кисленькие. Бодрит. И с елкой. А у Натахи тоже, по-моему, это малинка. Да, малинка вкусная. А у Влада как у меня смородинка. А, охрененная, хорошая, да? Хорошая. Просто шикарняк. Ну что? Моя сеньорита. Понеслось. Это вкусно, правда. Короче, друзья мои. А что, мы повторим же еще, да? Вкусно. Зиночка, вот ты глядишь, она еще на танцпол с нами пойдет. На, сегодня смотри, еще гонять тебя буду по клубу. А нет, тут хер. Тут не получится. Буду. Надо сливать. Сейчас приедет сюда автобус, 3 Икаруса с девчонками, скажет, ага, мы твои фанатки, и заберут меня гулять по Москва-реке на теплоходе. Сашечка, Зиночка, соберу чемодан, поедешь в турбовод. Подожди, я только потанцевать с ними поеду. Я вот тебя... и поедешь. А зачем с чемоданом-то? Тоже отдохнем. Ты тоже отдохнем. Мася, я тебя люблю. До конца дней буду с тобой мозг тебе долбать. Блядь. Вот давай за это выпьем. Что он до конца дней будет тебе с тобой. Да. Блядь, тебе. 13 число, все. Та-дам. Давай. А, шикарная настоечка, шикарная, душа моя. Это мой район. В общем, дорогие мои, забираемся в Икарусы и подъезжаем сюда. Это был последний день Александра Шпака, геймовер.